Зачем, зачем? Потому что, Эдгар, закончился трансляция. Все, Эдгар. Как там было? А Надя-то идет. Идет, Надя, родная. Так, минутку. Буковка. Буковка. У. Короче, продолжаем крафтить. Продолжаем крафтить штуковины. А тут нужна атомная та самая штуковина. Я не знаю, что там Эдгар крафтит опять. Какую-то свою ерунду опять он крафтит. Короче, я не вижу результата, кстати. Вот. Так, значит, сюда положим. Это тоже сюда положим. Пошли. Мне нужно этот еще. Вот это. А то. Ой, не атом. Как он называется? Аб. Минуточку, где эта штуковина? Подожди. А как он делается-то? Ага. Сейчас. Так. Пошли, это ломаем. Ставим сюда пока что. Так, вот это вот тоже ломаем. Ведь я, наверное, не поставил, кстати. Кстати, если... Мне просто интересно. А если максимальную трубу... Представь себе эту трубу, которая последнего уровня. Ху-ху-ху. Если его поставить-то. Как вода будет быстро в реактор попадать. Вот. Водичка будет сюда заливаться теперь. Ага. Блин, я сломал-то сломал. Подожди, а я не выучил, наверное, да? Подожди, ведь я не выучил. Нет, выучил. Это у нас газы проводятся, окей. Так, это жидкости. Вот, все. Значит, теперь надо реактор построить. Значит, реактор, боже. Где построить реактор? Что? Опять анимешку смотришь? Нет, я занимаюсь крафтом. Поэтому я молчу. Я тоже могу стоять, это самое, молчать и смотреть анимешку. Я говорю, я занимаюсь крафтом. Посмотри мои advancement. Так, надо куда-то поставить, а где можно поставить? А, подожди, мне надо печку. Ой, не печку, а эту. Сейчас. Подожди, мне нужна лопату. Лопата и плюс, сейчас. Во. Разгоняем лопату.
Сейчас, подожди. Как это? Тут дорога. А? Не понял, где? Где-где? Звезде. Так, опять он стоит тут. Здравствуйте. Если я стою, я открыл. Это трансмутейшн тейбл. Планшет. Надо построить какой-нибудь небольшой. Я даже не знаю, сколько. Нашел. Я даже не знаю, какой. Пошли, пошли. Мне нужно это самое дирт еще. Нужно дирт. Дирт. Так, минутку. Где это? Вот. Вот это вот надо. Сейчас. Будем. Нужно побольше этого кейсинга. Сейчас. Давай побольше кейсинга возьмем. Так, значит. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Ладно, пускай будет 7 на раз. 4, 5, 6, 7. Пускай 7 будет. 7 на 7. 9. Сколько это тут у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. Блин. Черепаха, убегай отсюда скорее. Тут будет скоро пипец. Беги. А? Беги, черепаха. Поскорее отсюда. Будет скоро весело тут. Подожди, сейчас надо только понять. Я правильно поставил или неправильно? Так. Так, мне нужно будет вот это и вот это надо будет. Подожди, сначала. Подожди, сначала надо ставить. Подожди, вот это вот, наверное. Или это надо ставить? А, нет, не это. Вот это надо ставить сначала. Наверное. Подожди, надо сейчас понять. Я смогу поставить его... Подожди. Интересно, я смогу поставить его... Типа вот таким вот образом. Типа вот так. Так вот. Так. Подожди, сколько тут получается у нас? Раз, два, три. Раз, два, три. О май гад! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать.
Учись нормально, зомби. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Надеюсь, это правильно я строю сейчас. На раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Я надеюсь, оно соберется вообще. Это будет прикол, если он не соберется. Ё-моё! Да, маленький реактор получился, да, очень маленький. Маленький реактор получился, конечно. Как всегда. Подожди, а у нас есть building want? Да. Подожди, building tools есть тут. А я не вижу. А, прям want. А, вот, все, нашел. Все. Узрак ванд. Я нашел, Эдгар, спасибо. Надо стекла очень много теперь, мне реакторного. Очень много стекла надо. Ой, зачем мне... Ты что, дурак? Не надо мне эта фигня. Так я уже 100 раз это делал. Ну ладно, не 100 раз. Немножко я вру уже, что я 100 раз делал это, но много раз уже делал. Так, значит, ломаем это. Так, теперь мне надо поставить что? Надо вот это вот будет и вот это поставить. Наверху, наверное, вот это вот начинается. Вот с этого, да, строится. Какая отвратительная погода. Эдгар сейчас под дождиком находится. Стоит он там, что-то крафтит, Эдгар. А мне хорошо тут. Я не под дождиком хотя бы. Ты скоро охуеешь. Ой, зачем мне кейсинг этот? Блин, я не то сделал. Блин, зачем мне кейсинг? Подожди, зачем мне кейсинги? Стил кейсинги. А, стил кейсинги. Не надо мне стил кейсинги. Подожди, мне нужно... вот это надо. Роды мне нужны. Фишинг фуил, этот самый, фишинг фуил эти, как его называется-то. Топливные, как его называется-то. Топливные... Топливные штуковины.
А, кстати, я могу так вот крафтить. По два я могу крафтить, правильно? То есть не крафтить, а ставить. Это же колотить какая большая штуковина. Подожди, а мне интересно, я... подожди. Минутку. Вант. Ва. Сейчас минутку. Вант. Да вот, штуковины. Ведь он... Ой! Подожди. Чего? А он тут не должен стоять. Он тут должен стоять. Ну да. Погнали. Так. Еще ниже. Еще ниже. Мне 32 штучки осталось. Маловато. Надо еще запастись побольше. И стекло. Собралось. Собралось. Собралось, Эдгар. Я понял. Посмотри, что у меня есть. Собралось! Собралось! Сейчас будет повер. Повер! Сила. Чего? Чего? Final Power МК-16? Ты чё, МК-16 строил все это время? Да? А чего? Подожди, а у нас Линк тогда... Линк. Какой у нас? МК-16 у нас есть, МК-Линк. Опа. Кстати, тогда, если у тебя МК-16, Эдгар, есть, тогда... Да! Поменять надо на МК-16. Чё, уже пусто? Ядрит колотить, пусто. Ядрён батон, как жрет он. Да он не успевает, он успевает вырабатывать, но с такой скоростью, подожди, а сколько он вырабатывает, насколько мы быстро вырабатываем? Там мы медленно что-то. Квадриллион уже! 601 квадриллион! Подожди, а у меня какие стоят тогда? Подожди, а у меня какие стоят тут? МК-3 стоит. Но я все равно тоже крутой. У меня МК-3 стоит. Сейчас я... Подожди, надо поспать.
ядрит колотить. Что там? 14,15 уже. 16. Ядрит колотить, как быстро идет. МК-линк идет. Ядрит потом. Пока я реактором занимался, Эдгар тоже чем-то занимался. Я не знаю, насколько полезным это. Да, ну теперь у нас точно, Эдгар. У нас хватит, как его называется, не топлива, а этого самого. Подожди, мне нужно этот самый... Фусин... Фуил мне нужно, вот это вот. Ага. Значит, сколько тут надо? Раз. Два, два. Так. Так, давай поставим сюда вот это вот штуковины. Ага. Поставим сюда синки. Поставим флуид. Сейчас минутку. Флуид. Нет, не флуид это. Как называется? Он. Пайп называется. Basic механическая. Флуид. Элитная. А, вот она. То, что это ультимейтная, и потом вот это вот идет. После ультимейтной. Опа, она уже полная. Неплохо. Угу. Так. Так, это я водичку пока что поставил. Подожди, что нам нужно дальше выводить? Подожди, мне нужно дирт еще поставить сюда. Дирт. Так, значит, дирт. Эдгар, скоро твоя энергия нужна будет мне. И в большом количестве. Подожди, мне нужно дирт. А значит, дирт ставим сюда. А, во-первых, тогда будем... Давай мы поставим сразу одну штуковину сюда поставим. Ага. Сюда вот поставим, давай. А, сюда мы поставим, давай... Так, выходить будет отсюда что? А, это что у нас? Вейст. Ладно, пускай будет отсюда вейст выходит. Допустим-то. А, отсюда давай в эту сторону пусть спарк выходит, допустим-то. Сюда поставим этот самый охлаждающий штуковину эту поставим. Ага. Вот. Все. А, сюда вот вниз. А, поставим вход. Вот, все. Готово. Так, реактор готов. Как там было? Реактор готов, извольте жрать. Только... Пу-пу-пу, надо топливо сделать ему.
Эдгар, что тебе нечем заняться? Тебе что, мало энергии? Ой. Мы та же команды. Мы зажим та же команда. Ну да, мы... Зачем разгонять? У нас и так 1,19 квадриллионов. Мы... Я не знаю, сколько... Ладно, тогда... Подожди. Ладно, тогда одном разгоняем все. Подожди, сколько? Подожди, даже если мы вот это вот на полную... О, подожди, а мне интересно, а он... Подожди, а он на реакторе работает, Эдгар? Подожди. Подожди. Тоже. Да, работал, я знаю. Тоже. Подожди, торч, какой он называется? А, дабл торч, этот самый, да? Да, будь аккуратно, он работает тоже. Если взорвётесь, всё, кирдык. Кому? Я не про этот реактор. Я про твой реактор. А. А, скорость. Подожди, и что? Тут немножко радиус надо увеличить. Да он не работает. Ну, потому это встроен как блок. Ну, ты знаешь, как он это встроен. Нет, я не знаю, как устроено. Да он не работает. Я ее немножко подальше, поближе поставил. Он ни хрена не работает-то. Твой именно. Подожди. Сейчас, подожди-ка. Сейчас твой, да, попадать. I hope I'll get over this flu soon. What's it today, then? Пожалуйста, что ему надо? Ладдер нужно. Ладдеры нужны. Сейчас, минутку. Ладдеры. Да нет проблем, на ладдеры тебе. Great to see you. Да-да-да, здорово. На тебе ладдеры. Работай дальше. Right away. Mm-hmm. Okay. Да, давай, да, сейчас. Твоя штуковина не работает, Эдгар. Так, значит, теперь я пошел к себе. Вот сейчас самое сложное. Да. Ах, сейчас самое сложное для меня. Fission Fuel. Это для меня мучение, ребята. Родион, сейчас. Это для меня мучение, ребята. Ураниум хексафторид урана какой-то. Подожди, хексафторид урана. Это как у отцу ты дискорда. Что? А что это такое? Это надо экстрактать here inside config folder и перегрузкать. И зачем? Тут ноут отро сточерина конфиг. Я увеличил радиус. А кому радиус увеличил? Точерино. Поэтому я прислал тебе. А, в каком смысле радиус увеличил? Подожди. Посмотри мой share screen. Вот так, в таком смысле радиус. Подожди, твой видишь? Share screen? Подожди, где ты показываешь мне? Сейчас минутку, share screen смотреть. Подожди, и что? Подожди, и что? Этот радиус. И в каком смысле он радиус увеличил? Подожди. И что? И тебе что... надо положить его свои конфиги тоже. Подожди, и что он будет? Ой. Сейчас, подожди. Ну я думаешь, он что, будет работать на этом вот твоем большом? Да. Да-да. Звезда. Сейчас. Вот. Поставил точ, разогнал на максимальную. Ладно, давай-то я выхожу. С игры тоже, да, выйти надо будет. Окей. Да. Да-да, звезда.
Тебе надо экстрактировать, не это не фолдер. Экстрактировать. Вирус Эдгар отправил мне какой-то там этот самый Троян или Петю. Его надо экстрактировать. К, это тулипара. Ну я его экстрактировал при помощи этого самого этого так минутку. Окей, теперь значит кат вырезаем. Открываем наш этот самый, как его называется-то, этот самый вот этот открываем, да, и конфиг открываем, open conf folder, подожди, open folder config, подожди, и где он, ага, конфиг, внутри конфига. Тебе надо только поставить внутрь конфиг у вас. Артефакты, пасты, replace. Все, replace я сделал. А, тогда все нормально будет. Тебе Minecraft тоже надо перепускать, чтобы ты это знал. Перепускать. Да? Я знаю, что я перепускать надо Minecraft. Я перепускал. То есть я запускаю по новой. Пока ты перепускается Minecraft, я пойду кошку покормлю. Все. Угу. Эдгар, я все слышал. А? Сам ты такой, понятно? А? Я все слышал, что ты про меня говорил, Эдгар. Я смотрю видео. Ага, он опять увидишь, как я уйду, сразу он ерундой занимается. Я жду. А, ну да, я забыл. Я не запустил. Я хочу, Эдгара поругать хочу. Мне главное, чтобы Эдгара поругать. А за что я найду? Ha 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 ha
Вампиричка. А значит, Эдгар, а я все слышу и вижу. Значит, Think Player зайти. Так, я зашел. Так, сейчас я выключу. Эдгар, там кому-то мозги выносят, что? Я слышу. Хорошо, что не мне, а? Хорошо, что у меня жены нету. Я представляю, Эдгар, тебе Надя будет мозг выносить. Это Дениска, она говорит Денисом. Чего? Чего? О, подожди, а если я уберу факел? Что случилось? Оно что-то падает. Подожди, 8, 8, 8, 5. Чего? А я факел поставлю и скорость увеличу. А я пока что не понимаю, он вообще работает или не работает. Я не понимаю, Эдгар. Подожди, я сейчас. Я жду, пока я присоединюсь. Ладно. Короче, я пойду. Я сейчас посмотрю, что у меня. А, сейчас у меня самое сложное. Я забыл, у меня сейчас самое сложное. Так. Сейчас. Ага. Вот так вот сделаем. Подожди. Сейчас я... Ты где? И что? Подожди, сейчас. У нас надо... У нас надо построить это, что... Энергию... Где это? Суки. Да будет тебе энергосторидж, Эдгар. Только на месяц это самую ядерную промышленность построить будет тебе энергосторидж, Эдгар. Сколько он вообще... А. А, так он строите. Литий даст мне надо. Ты ему даст. Ой, литий это долго. Угу.
Эдгар, лити это надолго. Dude, seriously? Да, Эдгар, я тебе серьезно говорю, что лити это надолго. А! Подожди, подожди. Фус. Как называется он? Fishing foil? Fishing foil, да, называется он. Ага. Ты подожди. Сейчас. Fishing foil. Как он делается, это fishing foil твой? Ураниум хексафторит. Тут надо ураниум... Подожди, что тут надо? Ураниум оксид. Ураниум оксид плюс ураниум оксид. Подожди, как делается он? Chemical oxidizer надо. Chemical cake надо. Chemical cake надо ложить сюда. А, вот сюда вот надо. Chemical. Я понял. Ты заметил? Что? Не, не заметил, подожди. Подальше этот реактор я делаю. Буду. Сейчас. Пусть он... Подожди. Сейчас. 1, 3, 4, 5. Здесь... Тут торч я поставлю. О май гад. Да-да-да. Так. А, подожди, мне нужно этот самый, как его называется, этот. Посмотри, посмотри на наш EMC. Идет потихоньку. Ты чего потихонечку идет? Ты чего говоришь? Такое слово. Сейчас, подожди-ка. Сейчас. Потихонечку дойдет он. Так, подожди. Мне нужно вот это вот. Сейчас. Сейчас. Ага. Паша, а как вот эта вот фигня делается? Это что у нас? Пигментация. Плутоний перл. Это из плутония делается. Хрень это. Блин. Я не знаю сейчас, как лучше сделать мне. Так. Не понял. И... не то. Это?
Ага. Я понял. Во. Во. Другое дело. Я положил эти самые новые трубы. Нет. Не то. А, я понял. Энергия, правильно? Да, энергия. Окей. Значит, так. Выводим провод. Так, значит, мне нужно что? Сначала вот это вот chemical oxidizer мне нужно. Chemical oxidizer, который будет нам делать этот самый, как его называется, эту штуковину. Как его называется, это химико оксидайзер, который будет делать Ага. И мне нужна эта самая еще штуковина. Сейчас, минутку. Подожди, это газы. Да, это нужно будет газы. Это что у нас? Энергия есть у нас. Это что? Айтем. Это предметы, да. Тоже нужно. Ага. Флуид. Жидкости. А, они все одного уровня, я понял теперь. Так, жидкости мне пока что не надо. Так, мне нужно теперь этот самый штуковина, который будет... Подожди. МК-16. Файл коллектор. МК-16. МК-16. Значит, сюда уломаем. Сейчас, надеюсь, Эдгар. Подожди, а зачем я отсюда буду брать, если я могу взять отсюда? И не тратить МК. Правильно, Эдгар? В смысле? Ага, коромысли. Ты ведь знаешь, откуда я буду брать. Угу. Так.
Нужна скорость, во-первых. Подожди, скорость, энергия и муфер. И муфер. Вот, скорость, энергия и муфер. Ага. Ураниум оксид получается у нас. Подожди, получается ураниум оксид, Эдгар. Угу. Понимаешь, я сейчас не понимаю, что делать мне, Эдгар. А, ураниум оксид. Зачем он мне оксид надо? Ураниум оксид. Ага, это у нас ураниум оксид, это и есть это. Угу. Это с одной стороны идет. Гидроксид урана. Как он делается? С чего он делается, блин? Сульфат оксида. Сульфат оксида, чего? Чего? Ватер. А побыстрее невозможно. Сульфат даст. Окей, сульфат даст нужен. Подожди, а как получить сульфат даст? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сульфат оксид. А без этого вот нельзя как-то? Вот без этого. Сульфат. Сульфат дуст. А чего он в крашере? Подожди, а сульфат даст это что? Подожди, а где мы сульфат даст получить? Химика оксидайзер. Подожди, не У, надо R нажать. Он в крашере получается. Если... Чего? Боже, а как мне получить его сульфат даст нормальный? Вот сайфер. Чего? Инжектор камера? Ага, я понял. Или вот тут вот Oxygen плюс вот это вот, да? Будет еще можно такое делать. А ну вот это быстрее, конечно.
chemical injector chamber, пожалуйста. Подожди, а с него что делается? Подожди, какой последний у него этот самый, как его называется-то? Injecting... Oxidizer, а. Ну ладно, придется все равно крафтить, я понял. Что? Железо, редстоун. Кейсинг не хватает еще. А, так, подожди. А, я могу скрафтить сразу же, значит. Ultimate Enrichment Chamber. Подожди, а зачем он мне нужен был? Инфусинг. Чего я уже он уже был у меня скрафчен, блин. Вопрос, а зачем тогда я его еще раз скрафчил? Подожди. Сейчас я не понимаю. Сульфат. Пожалуйста, а где он растет, этот сульфат-то? Биофуил. Chemical injector chamber. И Ричмонд Чембер, сейчас минутку. Ты видишь? Жители скоро будут кушать? Чего? Chemical Injection Chamber. Injection Chamber. Сколько времени? Можете спать, пойду спать? Ладно, иди спать, хорошо, ладно. Ладно, химика, тогда вот это вот надо ставить. Давай, иди спать.
главное, до завтра. Да, давай, давай, пока. Вали, вали. Пока. Давай, вали, вали. Basic Enriching Chamber. Подожди, это не то вообще. Injecting Chamber надо. Вот это вот надо крафтить. Injecting Chamber. Пу-пу-пу-пу, что тут нужно? Ловер. Advanced, подожди. Ловер. Advanced. Подожди, Advanced, что там надо было? Вот это вот фигня, Advanced, да? Еще 8 и 2 штуки. Самое интересное сейчас начинается, ребята. Вот. Во! Вот это надо было крафтить, кстати. И сейчас надо крафтить тир. Значит, Ти-е. Вот это вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Такого точно нету. Да, такого точно нету. Пу-пу-пу, а куда поставить-то? Ладно, пускай здесь стоит. Так, что мне надо было делать? Подожди, надо было... Сейчас, подожди, что там надо было ложить туда? Нет, не это. Соль плюс ганпаудер. Давайте поспим. Теперь я отгораю, это самое, не надо гонять. Это самое, говорит, чтобы он ложился спать. Теперь надо это самое, теперь, самому. Значит так. Соль. Нет. Ганпаудер. Нет. Чего? И что? Salt плюс ганпаудер. Chemical injection chamber. А это что? Perforating factory. Я вообще сейчас не по... нет, не сюда. Блин, я сейчас не понимаю прикола.
Redstone, iron. Basic это не самое надо. И что? И почему я ганпаудер не могу положить? Могу ганпаудер положить. И что будет? Флинт. Зачем? Я сейчас вообще не понимаю. Chemical Injection Chamber. А, это Enrichment Chamber. Ну, допустим-то. Он из чего делается-то? С Enrichment Chamber. Дальше Basic Enrichment Factory идет. Ерунда. Короче, ладно, сейчас. Подожди, это что у нас? Infusing Factory. Подожди, он... Почистить, может, надо? Compressing factory. Пусто. Интересно. Ладно. Подожди, тогда здесь как делается? Сейчас. Чего не хватает? Basic Chemical Tank. Это легко. Basic. Кстати, эта штуковина потребуется нам потом еще. Так. Basic. Угу. Стил. Значит, стиа. Ой. Два куска стали. И еще нужно будет, что у нас вот это вот. Так, опять сталь и ведро. Во! Шикарно, мне нужна будет одна штучка. Угу.
Так. Так. Паша, что мне нужно будет здесь? Паша, что мне нужно будет? Так, Паша, водичка нужна будет, да? Вода и плюс оксиджен. Оксиджен. Подожди. А как я буду оксиджен? Подожди, это что? Оксиджен, вот он. Синенький, да? Угу. Оксиджен, подожди. Подожди, а он стоит у меня на что? Подожди, а он на что мне стоит? На этом самом, подожди. Газы. А, подожди, газы наверху. Подожди, газы наверху. Output. Все правильно. Значит, берем вот эту. Надеюсь, оксиджен будет выходить наверх. Блин, хайдроджен выходит. Да мне не надо хайдроджен. Energy, fluids, газы. Топ. Output. Output. Газы. Паша, а как можно выбрать, какие газы именно будут выходить-то? Нет, не hydrogen мне нужно. А сверху тогда output, нет, ноны. Здесь тогда output. Блин, нет. Нет. Здесь тогда put output сюда выходить. Ага. Input. Во! Hydrogen. Замечательно. Hydrogen сюда выходит. Hydrogen плюс вода будет, да? Подожди, мне нужно еще... Это сейчас... Speed energy. Так. Ой. Так, скорость и энергия. Еще муфер надо поставить сюда. И муфер. Вот. Значит, выходит оксиджен. Сюда еще водичку надо. Значит, надо мне водичка. Подожди. А у меня есть это самое. Подожди, айтемы. Блин, я забыл. Значит, ага. Вот. Это надо. И нужно это самое. Синк. Синк. Так, Blackstone. А, вот от... Слушай, как удобно. Ага.
Подожди, а как я буду закидывать? Боже, а как я буду закидывать эту штуковину тогда? Может быть... Подожди, подожди, что там надо было закидывать сюда, внутрь? Уголь, да? Ладно, давай вот тогда блок скрафтим. Где факел? Вот он. Вот, сульфат даст. Получается, наконец-то. Сульфат даст я скрафтил. Ага, сульфат даст. И получается еще хайдроген. Хайдроген получается, подожди, хайдроген мы можем, знаешь, куда девать? Сейчас, минутку. Output. Вот сюда вот хайдроген можем выкидывать. Нафиг он нам нужен. Вот сульфат даст. Вот. Значит, подожди, теперь надо придумать, что? Подожди, сюда надо что закидывать? Подожди, сюда ничего не надо закидывать. Я сейчас вообще ни хрена не понимаю, что, куда надо закидывать, подожди, это что? Подожди, зачем нам еще одна штуковина эта? Подожди, я сейчас делал... Подожди, не сульфат даст. Мне нужна этот самый, как его называется-то. Подожди, как он назывался, этот самый? Жидкость это ядерная. Вот. Вот это вот. Fishing Fuel. Называется он. Вот это вот мне надо крафтить. Вот это вот фигню. Сульфат даст. В сульфат оксида. Сульфат, даст сульфат оксид. Это где это надо делать? Это ваш, в чем делается он? Химико оксидайзер. Сульфат диоксид получается, да?
Сульфат. Дуст. Ой. Так. Сульфат диоксид. Подожди. Сульфат диоксид. Сульфат диоксид плюс оксиджен будет сульфат триоксид. Подожди. Ой, подожди. Что-то я сейчас вообще не понимаю. Серьезно, ребята, я вообще сейчас не понимаю, что я делаю. В данный момент я делаю сульфат диоксид. Сульфат диоксид. Минутку. Сульфат диоксид, сульфат диоксид. Минутку. А как его в оксид превратить тогда? В чем? Сульфатоксид в ликвид сульфатоксид. Десолюшен. Сульфатоксид нет. Пошли. Сульфатдиоксид. Сульфатдиоксид. Надо мне. Чё? Пошли. Ну да, сульфатдиоксид. Что это такое? Конденс. Так. Вот это вот. Да, вот, сульфатдиоксид, да, в, чего? Ликвид сульфатоксид, Паша, какой ликвид сульфатоксид? Мне не надо ликвид сульфатоксид. Ага, его потом можно разливать, я понял. Правда, мне его не нужно. Сульфатдиоксид. Сульфатдиоксид. Так, сульфатдиоксид плюс оксиджен будет сульфат-триоксид. Вот, сульфат-триоксид. А сульфат-триоксид плюс... сульфат-триоксид плюс... Сульфатоксид. Сульфатоксид. А почему у меня сульфатоксид не получается тогда? Я не понимаю. Сульфат. Сульфат даст. Плюс сульфат. Сульфат даст. Сульфатоксид должен получиться у меня. Диоксид. Что-то вообще кукуха у меня не едет пока что. Минутку. Тут нужен ураниум оксид. У нас ураниум оксид уже готов. Вот он. Ураниум оксид, все окей. Теперь надо понять, вот, вот, сейчас, минутку, вот, с чем. Вот с этим все окей, теперь надо вот с этим. Хидроксид, оксид. Хидро... чего нет?
Сульфатоксита. Предмет в это сов. Сульфатоксид. Так. Тварь напугала. Блин, какой скример! Я только что поймал. Конденсатор, подожди. Как его называется так? Конденсатор вращения, кажется, он называется, да? Вот это вот, да? Так, значит, что тут нужно? Basic fluid, два штуки. Стекло. Basic fluid. Energy этот самый. Вот. Сульфат диоксид. Ликвид сульфат диоксид. Ликвид. Нет. Окей. Подожди. Вот так вот. Ликвид, диоксид. Да не надо мне ликвид. Отстань. Какой ликвид?
А он не хочет. Он только в жидкостный сульфадиоксид делается. А мне жидкостный сульфадиоксид не надо вообще. Жидкостный. Я пойму. Сейчас полгода пройдет, я сейчас пойму, как это все делать лучше. Сейчас. Сульфатоксид. В хидроксид оксида. Ага. Вот, это быстрый вариант. Сульфат оксида получается. Из сульфата даста в сульфат оксид. Чего? Dissolution chamber. Steel casing надо. Сейчас. Так, steel casing. Так, Ultimate Controller. Ultimate Controller. Ultimate Controller. Там что там было дальше? Chemical Tank, две штучки. И не хватает 4 basic... Чего? Обсидиана. Как он делается? Из чего? Омсиум компрессор. Восьми ингот. Плюс refined. Ага. Это где надо было делать-то? А, осми компрессор. А, Ultimate Compressing Factory. Вот в этом надо крафтить. Вот. Так. Это плюс dissolution.
Опять они там бегают, дурачки. Сульфадиоксид. Получается сульфатриоксид. Ага. Потом сульфатриоксид. Сульфатоксид. А сульфатоксид можно получить побыстрее. Сульфадаст плюс сульфатоксид. Ну да, вот сульфатоксид получается. Тогда зачем вот это вот? И это нафиг надо. Подожди. Это нафиг надо мне. И это нафиг надо мне. Так, пошли. Подожди, тогда сейчас получается что? Я вообще не понимаю. А, туда-сюда закидываем сульфатоксид, правильно? Ой, сюда закидываем этот, как его называется, этот сульфатоксид. Чего я говорю вообще? Какой сульфатоксид? А, сюда закидываем, знаешь что? А... закидываю сульфат даст. Вот. Ага. Подожди, тогда надо... Так, сейчас. Подожди, а что там надо еще закидывать, кроме сульфат даста? А, сюда этот самый еще надо закидывать, этот белый штуковину, да? Блин. Подожди. Подожди, сюда надо это поставить, чтобы он не брал ничего отсюда. Так. Отсюда вот это вот берем. А, где это у нас? Предметы, да. А, отцепись. Подожди, сюда надо предметы. Значит, fluid какой? Items. А, ой.
Подожди, ну все правильно ведь. Сульфат даст сюда должен загружаться ведь. А, я там не поставил эту фигню, да? Твою. Тьфу, ты не пугай меня, пожалуйста. А, подожди, и Blackstone надо еще. Ага, Blackstone. Сюда вот это вот надо оставить. И здесь выход. И он, по идее, должен сюда идти. Подожди, почему не идет он? Тут надо айтемы, вход. Подожди, а как... подожди. Да. И почему не идет? Сюда ведь должны идти айтемы. Ой, не айтемы сюда идти должны. А этот самый сульфадаст должен идти сюда. Что с ним не так? Флуид. Нет, не флуид. Газы. Output. Output. Input. Ничего. Так, это с газами. И... Подожди. Предметы. Items. Сюда. Output нет. Input. Подожди. Он. Left. Подожди, почему он не хочет? А, ладно, давай, короче, я сломаю эту фигню. Подожди, это что у нас? Это энергия. Это у нас айтемы. Вот, это айтемы. Все правильно, значит, айтемы. Сюда. Сюда ничего не идет. Ага. Ну и чё? И почему он не выходит? Сюда должен выходить сульфадаст. Вот эта вот фигня должна выходить.
И что? Сульфат даст. Ладно, пофиг, сейчас. Серьезно. Тогда отсюда ничего не надо. Вот. Сюда идет этот самый сульфат даст. У меня все зависло. Я понял, я слишком много поставил. Опять все зависло, да? Ага. Подожди, а как там этот самый, подожди, сейчас, минутку, клок, нет, не клок, а как называется, тайм, тайм, watch timing, да, это и еще этот самый, как его, штуковина, которая, чтобы этот самый, как его называется-то, как она, вот она. Угу. Сульфатоксид и ураниум этот самый, да. Подожди, сульфатоксид. Фу-фу-фу, сульфатоксид. Тут нужно этот самый, как его этот, штуковина. Тут надо штуковина, как его называется-то, я забыл. Флюорид, правильно? Подожди, если я не ошибаюсь. Да, флюорид требуется сюда. Ага, гидроксид. Ага, подожди, и с этим вот. А, да, вот это вот. Да, все, теперь у нас все окей. Теперь вот это вот, плюс вот это вот, будет вот это вот. Короче, теперь осталось только вот это вот, соединить с этим, и получится еще одно. Все. Мы почти что на финишной прямой. Хух ты. Пошли, почти что на прямой-то. На прямой, ага. Сейчас, минутку. Items, вот. Так, значит, сейчас минутку еще надо найти. А как можно не... Ладно, сейчас. Пу-пу-пу, где это? Это энергия, это газы. А где предметы? Вот, items. Флюорид мне нужен, да? Вот это вот штуковина надо.
Флюорит. Подожди, предметы, это флюиды. Только что я в руках держал. Газы, энергия. Вот предметы. И почему? Все идет. Хух ты ж, идет. Так, это было трудно, кстати. Это разобраться вот с этим вот. Это очень трудно. Так, значит. Короче, мне вот эта вот фигня не нравится. Вот, пускай так стоит. Так, это выкидываем. Так, это что у нас? Кейсинг, стил кейсинг, я не знаю он. Синк, не надо нам. Подожди, теперь на у нас есть флюорит и йеллоум кейк. Теперь надо это все соединить вместе, правильно? В этом самом chemical infusing. В этом вот надо соединить все это. Не хватает Basic Chemical Tank. Две штучки не хватает. Зачем это? Мне не надо. Вот это вот крафтим. Вопрос. Сюда надо подавать две жидкости, во-первых. А во-вторых, энергию еще надо подать сюда. А как это сделать-то? Сюда и энергию подать надо, и... Подожди, если я сюда поставлю, тут ничего не будет интересное. Подожди, если я сюда вот наверх поставлю... Допустим... Газы. Если я отсюда буду выкидывать энергию, то есть не энергию, а эту, как ее называется-то? Отсюда. Где output? Допустим, сюда output поставим. Подожди, а какой именно надо первый ставить? Сюда вот. Какой именно? Сюда вот. Тут нужна... Нужно, конечно. Подожди. А что нужно? Сюда гидроксид, оксид. Вот это вот надо. Вот сюда вот подожди, это у меня что стоит? Items. Это газы. Газы. Значит, сюда. Output. Почему? Здесь input. Input. Правильно? Ну да, вроде бы правильно. Так, значит, сюда у нас газ идет.
Один. Угу. Теперь отсюда надо газ тоже подавать. Значит, сюда output, сюда input. Input 2. Допустим, так, подожди. Это потом поставлю. Теперь мне надо провод, который будет проводить газы. Да, вот это вот провод, газ проводит. Значит, сюда газы. Вот. Не хватает энергии. Теперь надо энергию еще подать. Значит, энергию подать. Вот он. Так, энергия. Блин, я не знаю, как энергию подать-то. У нас все занято. Короче, ладно, давайте через верх будем газ... Ой, энергию подавать, короче. А где? Ой. Вот так вот будем энергию подавать, пофиг. Потому что у нас это... Все. Вот, подаем. Ураниум хексафторид какой-то получается у нас. Значит, эту штуковину, вот эту вот, теперь надо куда-то его девать. А что с ней делать? Подожди, это что, ураниум хексафторид? Подожди, подожди, а зачем мне хексафторид? А что с ней надо делать? Надо... все, я понял. Теперь надо центрофугу построить. Это последнее, наконец-то. Наконец-то, центрофугу построить. Это последняя штуковина. Подожди, лиат нужно и basic этот самый. Сейчас, минутку. Basic этот самый, штуковина. Подожди, где это basic? Две штучки. Это и лит нужно. Или как он называется-то? Вот это вот. Вот. Центрифуга. Все. Центрифуга. А мы даже можем без этого самого вставить. А, вот так вот просто тупо сделать. Ага, можем. Да-да, можем. Могем. Умеем, могем. Подожди. Подожди. А как лучше поставить его? А тут сколько выходов-то? Подожди, минутку. А я могу газы, эту штуковину вот так вот сделать ведь. Могу вот так вот сделать. И вот так вот. Подожди, снизу. Подожди, поставить снизу. Так вот. Вот. Нет, не так я хотел. А, тут энергия даже выходит. Он к энергии присоединился. Присосался. Подожди, а откуда мне тогда высасывать? Подожди, откуда тогда мне высасывать эту самую, как его называется-то? Алло. Подожди, мне нужна ультимейтная это самое, подожди. Ультимейтная вот эта вот штуковина. Вот. Ага. Подожди, у нас тут проблема теперь где-то. А где именно проблема? Чего не хватает-то? Ага.
Угу. Пожалуйста, тут что-то проблема, допустим, спит. Давай, короче, уберем эту штуковину. И скорость вернем обратно. Угу. Ага. Так. Хм. Подожди, торч, подожди. Сейчас проверим. Пу-пу-пу-пу-пу. А что тут не хватает-то?
Сульфатоксид. Что тут делается-то? Уран-оксид. Ага, уран-оксид. Чего не хватает-то? А, вот этого вот не хватает. Сейчас. А гидроксид оксида? Гидроксид оксида? Серьезно? А что там? Ага, один. Мне просто интересно, а если, а я могу? Сейчас, минутку. Просто мне интересно. Ой, извините, тут полный, а не полный тут, ладно. Я могу ведь положить сюда? Да, могу. Так, 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 мне нужно какой-нибудь бор, балла, ба, сейчас минутку, ба, барл. О, кстати, кстати, вот эта вот фигня нужна будет. Сейчас минутку. Где предметы? Items. О, блин. Колотить. Ядерный батон. Хитрит колотить. Эдгар не видел. Надеюсь, Эдгар не видел это. Хитрит колотить. Офигеть. Я могу один раз заполнить и потом просто дурака валять. Офигеть, я просто один раз заполнил этим топливом ядерным. Офигеть, короче. Пошли. Короче, погнали. У меня просто идея есть сумасшедшая. Точно не сумасшедшая. Давай, короче, сейчас мы... Подожди, тут я поставим... Давайте вот это вот быстро поставим. Так вот. Тут дофига вот тех топлива поставим сюда. Сейчас. Так. Подожди, где я... Не ядерная, а, пожалуй, газы. Да, газы. Минутку, сверху выход. Он здесь... подожди. Output. Теперь надо везде протыкать каждому. Да ё-моё. Вот. О-о-о! Так, засыпалось. Подожди, теперь надо самое главное, это газы. Газы надо мне выводить. Сюда вот газы выводить, во-первых. И в бочки засовывать их. Допустим, давай одну бочку поставим просто. Тупо одну бочку. Хватит ему одной бочки, надеюсь.
Вот, одна бочка с этим самым. С ядерным, подожди. А мне же, значит, цоблестоны. Давайте возьму побольше. Цоблестоны. Значит, цоблестоны, во-первых. А вот сейчас самое главное, это не взорвать сейчас ядерку свою. Значит, давай. Ой-ой-ой, как громко. А, подожди. Звуки. Подожди. До свидания. Так, все в порядке, да? Да, пока что все в порядке у нас. Да, все в порядке. Подожди. А у меня есть этот самый, а? Бочка, которая это самая, как его называется-то? Мы можем просто газ выкидывать нафиг. Подожди. Где это было? Я говорю, что Эдгар... Вот. Мы можем газ просто выкидывать. Это самый... Сейчас. Потому что он нам не нужен пока что вообще. Флуидс. Да. Подожди, это надеюсь это... подожди. Это не флуид, это газы. Газы. Блин, да, это газы. Блин. Это газы, а не флуид. Пар это газ. Блин. Совсем плохо с головой. По химии у меня было сколько? Я не помню, сколько по химии у меня было. Подожди. Ладно, пофиг на Steam. Это выходит, подожди. С этим все в порядке, подожди. Давайте поднимем до, я не знаю, до скольки можно поднять. До 5 давай поднимем. 5,0. Угу, вода нормально стоит, допустим-то. 20. Угу, вода уже начинает. Я понял. Вода начинает... Ага. Вода начинает это самое. При 20. Подожди, 25. Ну это вот он... Ага. Давайте остановим. Угу. Я понял. Тут надо это самое. Как он называется? Fission Reactor Port. Сейчас, минутку. Угу. Пу-пу-пу, а как поставить-то? Давай просто тупо вот так вот поставим.
Это жидкости, правильно надо? Жидкость это флуид. Флуид, флуид, флуид. Пожалуйста, где у нас флуид? Items, items. Флуид, вот он. А! Ты чё, дурак? А, подожди, надо отключить его отсюда. Ага. Ой. Так, включаем. Окей. Ой-ё! Ага. Так, у нас все в порядке, пока что по воде. Пожалуйста, сколько у нас там стоит? 35 стоит. Окей, 50 хочу посмотреть. Давайте 55 поставим. Угу. 65 это вообще пипец начинает, я понял. Ладно, 60. Вот. Не критично, но... Допустим-то. Nuclear Waste? Уже 60 накопилось? Как? С какого перепуга? Чего? Он уже полный? Хитрит колотить. Nuclear Waste уже полный. Подожди, а тут у нас что? Пусто. Пусто. Чего? Пусто. Тоже пусто. Empty. Ага. Ядрит, кстати, тут выход наверх, наверное. Это жидкость. Ой, не жидкость, а газы. Газы. Оп. Сверху у нас input. Output. Output. А? Так. Output. Это empty уже. Значит, empty ломаем. Это тоже ломаем. Тут ничего не будет, если я вот это вот поломаю. Пофиг, это... Это ничего не случится с реактором. То есть не с реактором, а... Как его называется-то? Ой! Блин, зачем я положил? Полный. Ладно. Как же? Мне нужно газы. Газы. Output. Да, output. Сверху идет. Правильно? Output, да, все правильно. Mm-hmm. Так, что у нас по empty? Ага, это полная, водичка тоже полная. Допустим-то. И мы работаем уже на 60. А если я 65 поставлю? Он будет... Пожалуй, мне просто интересно, если на 65 он... Ага, 65 он тоже стоит нормально. Пока что. Стабильно.
А что у нас по этому самому выходу? По этому, как его называется-то? Подожди, waste. Подожди, а что с waste надо делать-то? Вас waste. Зачем мне waste этот дурацкий? Что я с него буду делать? Подожди, что, пчелы? Вырабатывают. Чего? Пчелы вырабатывают. Подожди, и что мне nuclear waste? Подожди, а что с ним мне делать, с этим nuclear waste-то? Алло. Ладно, короче, я понимаю, что надо делать. Надо полоний и плутоний строить. Я понимаю. По... Полоний. Полоний. Подожди. Полоний крафтится с этого? А не с нукел... Вода плюс полониум. Подожди, ладно, а как плутоний крафтится? Ага, с nuclear waste крафтится. С nuclear waste крафтится этот самый плутоний. Плутоний, да? Подожди, с водой все в порядке, подожди. 65. 70. Чего? 85. Ядрит колотить. Содиум. Ага. Ядрит колотить. Ладно, я разогнался слишком. Давай 80 поставим обратно, вернем. Давай ему снизим. Ой. Вот эту вот трубу лучше не ломать. Вот эту вот сейчас. Пожалуйста, что мне надо делать с этим вот? Как его назвать-то? Так, что там надо было делать-то? Изотопная центрифуга. Подожди. Ага, вот она. Так, изотопную центрифугу надо поставить, подожди. Изотопную-то изотопную, подожди, мне надо газы выводить отсюда, правильно? Подожди, а как можно подключиться? Снизу, да, наверное? Ага. Давайте тогда снизу будем проводить вот эту вот штуковину опасную. И поставим сюда, я не знаю, как лучше поставить-то, подальше давай поставим. Вот, изотопную центрифугу поставим. Угу. Вот, nuclear waste выходит отсюда. Ага. Ёб твою, я уже испугался. Ага. Все колонисты спят, написано. Ну, допустим-то. Все спят-то спят. Это хорошо, кстати. Подожди, а у меня тут полная фуил? Да, у меня фуил полный. Тогда можно выключать эту фигню. Кстати, вот эту вот тоже фигню выключаем. Но нам уже не надо.
Значит, так, минутку. Часы нам не надо, это что у нас? Полная этот самый. Фигня полная, да? Так, мне нужна полная штуковина, вот эти вот. Полные. Items. Во! Замечательно. Ломаем. Угу. А, полная эта самая штуковина. Давайте поспим. Подожди, мне нужно что? Ой, я не в ту сторону иду. Главное, чтобы вода эта самая не сбавлялась. Иначе будет такое бабах. А, пусто. Тут что у нас? Тоже пусто. Тут что у нас? Тоже пусто. Тут что у нас? Тоже пусто. Да вы издеваетесь так быстро. Опустошился вся эта канистра. Подожди. Empty, empty, empty. Тоже empty. Ага. Подожди, тогда надо сюда поставить вот эту и сверху поставить output. Ядрит колотит, с какой скоростью он жрет топливо ядерное. Подожди, а у нас есть энергия? Блин, сюда еще энергию надо подать. Подожди, у Эдгара есть где-то провод? То есть не провод этот, беспроводная штуковина. Боже, почему? Интересно. А, я знаю, почему он остановился. Потому что Эдгар вышел. Я понял. Вот. Подожди, тут надо этот самый найти. Подожди, флакс. Флакс. Это штуковина. Надо скрафтить флакс этот. Как его звать-то? Флакс. Что надо скрафтить? Флакс, что это у нас? Поинт надо флакс поинт скрафтить. А где этот флакс поинт крафтится? Флакс поинт, да? Плак, нет, флакс поинт нужно. Нужно вот это вот скрафтить. Тут нужно что? Обсидиан. Обсидиан и эндер ока. И флакс поинт. Не хватает редстоуна блока. Давай побольше возьмем редстоуна блока. Так, вот это, подожди, куда можешь положить это? Ладно, давай сюда положим. Ага. А, кстати, зачем мне вот это и это?
Так, это надо. Ну, так, вот это тоже не надо. Соль. А, так, это нет. Ладно, все, погнали. Так энергию надо подавать ему сюда. А, пошли, энергию-то энергию, ой. А, пошли, где-то вот энергия, вот она. Так это я снизу. А пошли, я могу сзади взять это, поставить ему энергию-то. А, вот. Энергия. Вот. Плутоний делается. Вот. Хорошо, плутоний делается. А, подожди, а с плутония что мне делать-то? Плутоний. Плутоний. А, и плюс что? Водичка. Замечательно. И плюс флюорид даст. Значит, давайте быстро сделаем флюорид даст. А где надо закидывать? Подожди, а куда мне надо было закидывать это? Плутоний. А, прессуре реактор чембер. Сейчас, минутку. Значит, пресс... вот это вот, прессуре реактор чембер. Синк мне нужно будет. Что еще надо будет? Ага. Подожди, мне нужен камень. Тогда... тогда сюда надо выход поставить, получается, да? Тогда выход сюда, плутоний, выход. Подожди, мне надо конфигурация, конфигурация, этот самый, как его называется, это газы, input, output, да, output сюда, вот, идет, вот, output. Плутоний сюда выходит, сюда закидывается флюорид. Пойти. А еще водичка надо сюда. Сейчас. Пойти. Так. Еще сюда надо это газы. Какие газы? Нет. Items нет. Fluid. Да. Водичка плюс флюорид. Дурачок я. Блин. Ребята, не тот флюорид надо. Там надо флюорид даст. А не флюорид целый запихивать туда. Молодец я, кстати, ребята. Я сказочный волшебник. Вот, флюорид даст. Значит, флюорид даст мы закидываем сюда. Блин, ему еще энергия нужна. А как энергию подать? Items, пожалуйста. Энергия. Давай тогда сверху подадим энергию. Пофиг. Давайте сверху будем энергию подавать. Вот. Так. Плутоний. Плутоний перл. Да, плутоний перл. Я молодец, ребята, у меня есть плутоний. Подожди, а с плутония, подожди, я что могу делать? Что я могу делать? Я могу кейсинги делать, я могу бомбочки делать. Подожди, а я могу жидкости превратить? Я могу плутоний превратить в этот самый, в этот. В этот самый, да, в 4 штучки.
Подожди, а потом с этим вот что делать мне ногу? А, потом его топливо я могу делать. А, круто, кстати. Подожди, а плутоний жидкий есть плутоний? Подожди, а плутоний мне нафиг больше нужен? Подожди, мне плутоний нафиг уже нужен больше. Мне нужна эта бочка теперь. Радиоактивная бочка. Минутку, радиоактивная бочка, которая будет стоять здесь. Подожди, газы. Ага. Вот. Ой. Главное теперь вот это вот не сломать. Иначе будет так весело, ребята. Ху-ху-ху, будет очень весело. Значит. Так, у нас плутоний есть. Ну да, плутоний изготавливается. Пожди, мне больше плутоний нафиг нужен. Мне теперь полоний нужен. А вот с полонием будет труднее, наверное. Полоний, да? Пожди, а с полонием будет еще сложнее. Тут нужно что-то с ним делать, чтобы получить полоний. Полоний. Нужно полоний, этот самый жидкостный полоний, пожди. Полониум. А, nuclear waste просто можем закинуть. А! Пожди, а почему тогда показывают вот эту вот фигню? Пожди, nuclear waste мы получаем. Chemical solid. И потом вот это вот мы делаем уже в Perl один. Блин, ну невыгодно, все равно. Подожди, полоний, правильно? Нужно мне полоний, да. Полоний мне нужно. Вот это вот надо, Solar. Блин, да ёпрасота, где она? Эта штуковина, опять искать надо, вот. Вот это вот надо тебе скрафтить. А, подожди. Плутоний, да, сюда плутоний закидываем, все в порядке. Так, с плутонием мы закончились. Так, развлечение с плутонием. Ага, теперь с полонием надо развлечься. Сейчас, давайте поспим. Значит, давайте поспим. Ой-ой-ой. Так, значит, мне нужно что? Плутоний. Подожди, плутоний я сюда положу пока что. Окейшки. А, давай сломаем эту фигню. Подожди, это мое. Штуковина, подожди, куда мою штуковину эту поставить-то? Короче, я поставлю его сюда, пускай стоит. Вот плутоний, топливо. Что еще мне нужно? А, мне надо было вот эту вот фигню скрафтить, да? Вот эту вот. Что тут нужно? Бронза нужна. Копер плюс тин. Ну это легко. А, бронза. Потому что я уже бронзу ведь крафчил. А ладно, пофиг. А, элитный, этот самый стилый, этот самый, значит, элитный. Это. Стил кейсинг нужен. Рефентед Аловер.
Какой именно надо? Вот этот. Подожди, не говори, что тут нужно этот самый. Эта штуковина. Подожди, не говори, что эта штуковина надо. Ай, блин. Я как не хочу это дерьмо крафтить, ребята, вот это вот. Я не хочу крафтить это. Серьезно, я не хочу крафтить. Ладно, давай реактор остановим. До свидания, реактор. Прощай. Пока что реактор остановим. Пу-пу-пу, мы... так, значит... Тебе надо придумать, как вот это вот скрафтить. Опять эта фигня нужна. Ага. Оксиджен нужен, а это как делается, из чего? Это в это превращается потом. Угу. Ага. Вода плюс хайдриджен. Вода плюс хайдриджен в прессуре. Окей, ну, сейчас, минутку. Прессура. Хайдриджен. Пожалуйста, у нас есть хайдриджен. Это что у нас? Хайдриджен. Немножко хайдриджена есть тут. А тут у нас... О, тут много хайдриджена. А у меня есть где хайдриджен? Много хайдриджена. Оксиджен. Хайдриджен. Окей, значит. Берем хуйдриджен. Так, берем хуйдриджен. Закидываем сюда его. Значит, хайдриджен. Бля, куда поставить-то? Уберись. Значит, хайдриджен. Паша, а что там надо будет еще, кроме хайдриджена? Хайдриджен плюс, это вот будет оксиджен. Хайдриджен плюс биофуил или водичка будет субстракт. А потом этилен будет. Этилен, который мы делаем, ликвид этилен, делаем в простой этилен. Угу. И что? И что с ним делаем? С простым этиленом. Этилен плюс еще вот этого субстракт и плюс еще хайдриджен нужен будет. Хайдриджен плюс... чего? Я сейчас не понимаю вообще ничего. Вода плюс хайдриджен. Ага, вода плюс хайдриджен. Ладно, сейчас попытаемся скрафтить. Значит, сюда мы ничего не соединяем ни с чем. Сюда у нас этот самый идет. Сверху у нас идет газы. Газы у нас input. Да, вот. С какого перепуга он не входит сюда? Ладно, допустим-то. Подожди, какие итемсы? Газы. Просто с газом, вот. Закидываем сюда вот эту вот фигню. Output. Вот. Hydrogen. Все правильно. Все.
все правильно. Hydrogen. Пожалуйста, мне нужно еще ультимейтный труба, блин. Ультимейтная танк нужен, пожалуйста. Ультимейтный танк, который будет мне hydrogen еще. Вот, hydrogen нужен сюда. Запихивать. Так, значит. Пожалуйста, можно это сломать фигню. А? Так, hydrogen плюс... А что там надо было? Hydrogen плюс водичка, правильно? Ага, hydrogen плюс водичка и плюс биофуэл. А плюс и плюс биофуэл. Минутку. И плюс биофуэл. Так, 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 так. Мне нужно carrot какой-нибудь сейчас. Минутку. А, carrot. Давайте. А, биофуэл. Пожди, где это мне закинуть? Дробитель какой-нибудь. Вот он. Вот. Биофуэл. Который нельзя выучить. Ладно, пофиг. Значит, сюда биофуэл закидываем, и сюда еще водичку надо снизу подавать. Подожди. Водичку-то водичку, подожди. А как ее буду в воду подавать? Ладно, давай сюда... Так. Ладно, не буду протягивать трубу. Короче, сейчас. Короче, мне лень протягивать трубы. Значит, флуид. Вот. Так, субстракт получается у нас. Субстракт и этилен получается, да? Получается у нас субстракт, пожалуй, мне нужно еще кэроты. Так. Крашер. Получается у нас субстракт. Получается субстракт и плюс этилен. Вот. Субстракт и эти... Окей. А что с ним еще можно делать? А с ним больше ничего нельзя сделать. Окейшки. Подожди, этилен. А это какой у нас? Ну давай это просто этилен. Ага.
Ага, это не жидкий этилен, это полиэтилен у кишки. Ну это хорошо, кстати. Тогда этилен. Этилен плюс субстракт и плюс водичка. В этом самом вот это вот надо. Сейчас минутку. Вот это вот, в этом надо все это будет делать потом. Сейчас мы это все сделаем, минуточку. Значит, нам нужно что сюда передавать? Сюда нам нужно передавать субстракт. Ой, не субстракт, этилен сюда надо передавать. Да, этилен, водичка. Значит, водичку мы можем снизу взять, скоммуниздить, так сказать. Это ничего такого не случится, если мы снизу водичку возьмем. Items. Какие айтемы? Флуиды. Вот, флуиды. Значит, флуиды мы высасываем отсюда. Ага. Водичка, правильно? Водичка плюс хайдроджен. Нет, не то. Вода плюс хайдроджен. И вот это вот будет субстракт. А дальше идет что? Ликвид этилен в этилен. Подожди, ведь у нас не ликвид этилен. У нас просто этилен. Тут нужно ликвид этилен. Тут нужно ликвид этилен запихивать. Output. Да, газы. Output. Сюда мы ставим вот это вот. Подожди, надеюсь, он не в аду. Правильно, этилен. Мы делаем в жидкий. Какая вода? Все похерил я. Ладно. Этилен. Правильно? Правильно. Вот этилен делается в жидкий этилен. Будет делаться. Теперь надо энергию продавать, хотел сказать, подавать. А, вот энергия. О, кстати, мы можем отсюда энергию спи. То есть взять, извините. Вот, энергию брать отсюда. Вот. У соседа, так сказать. Ликвид этилен. Да, все правильно. Ликвид этилен получается у нас. Угу. Между еще ой, картошка между. Ну, можно потету давайте. Потато. Давайте потато. Ага, погнали. Блин, это ядерное. Тут не надо путать мне. Вот. Ага.
Вот, этилен, ликвид этилен, подожди. А снизу ничего не надо брать. Подожди, надо его, как его-то, поставить то, что он снизу ничего не берет. Типа, все. Теперь можно, надеюсь, спокойно флуид это сам передавать. Надеюсь, он не будет подключаться. Нет, он теперь не подключается, окей. Замечательно, мы можем теперь спокойно так, флуид мы можем спокойно выводить сюда. Вот весь флуид. Сюда у нас что идет? У нас газы идут, правильно? Газы, так, газы у нас отсюда. Подожди, какие газы? Ты чё, дурачок я? Это не газы теперь у нас. Это у нас уже этот самый флуид. Отсюда получается уже output. Вот водичка. И плюс... Подожди. Ликвид этилен. Подожди, ликвид этилен. Ха-ха-ха. Ликвид этилен, ликвид этилен. Подожди. Газы. Но-не. Items, нет, fluid. Ага. Подожди, тогда отсюда надо выводить, правильно? Нет, не отсюда, отсюда. Вообще, подожди. Input. Output. Output. Input. Он, наверное, сюда вот пытается положить. Подожди. Правильно? Сейчас. Сюда водичка нужна, правильно? Тут вода вообще не нужна! Долбоёб. Он пытается... Я понял, он сюда пытается положить. Вот это вот сюда положить пытается. Вместо вот этого... Я все понял, все. Дурачок. Все. Тут вода вообще нафиг нужна. Подожди, сюда надо закинуть что? Флуиды. Подожди, флуиды надо сюда вот запихнуть. Вот так вот. Да, сюда вода идет. И этот самый вот это вот будет. Сюда. Угу.
Сейчас. Закидываем сюда вот это. Ага, этилен делается в жидкий этилен. Ага. Этилен в жидкий этилен делается. Потом мы жидкий этилен. Подожди, а что мы с жидким этиленом делаем потом? Сейчас. Опа. Вот, жидкий этилен. Да все правильно теперь. Жидкий этилен. Вот жидкий этилен, жидкий этилен, жидкий этилен. Что мы с ним делаем? Жидкий этилен. А зачем нам нужен жидкий этилен? Флуиды, нет, газы. Так, 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 так. Газы, флуиды, айтемы, энергия, вот, энергия, значит. Сюда подключаем энергию. Ага. Значит, я могу поспать идти. Пошли, жидкий этилен. Плюс. Жидкий этилен плюс что там было? Плюс оксиджен, правильно? Вот плюс вот это вот. Да, оксиджен плюс. Оп. Ага. А как мне поставить, что снизу выход? Подожди. Так, флуиды, газы. Газы. Output. Да. Все правильно. Output. Снизу. То есть снизу output, который... Fluids. Да, флуиды. Ой, тьфу, не флуиды, неправильно. Газы. Да, сюда газы надо подавать. Вот так вот. Вот. И плюс... отсюда вот это вот должно выходить. Вот сюда вот попадать. Вот это вот. И получается PD... А вот это вот получается. То есть надо предметы, которые... Айтемы. Сюда, по идее, должны айтемы еще выходить. Вот так вот они должны идти. Айтемы. Значит, сюда. Пошли. Items. Вот отсюда айтемы у нас... output. А сюда... input. Ой, я не сюда поставил. Блин, это отсюда надо. Блин, дурачок. Блин, сюда не надо айтемы никакие. Подожди, тут надо... айтемы. Я не отсюда поставил. Вот. Отсюда выход у нас. Сюда вход. Вот. И эту штуковину, подожди, что с ней делать надо? Enrichment chamber надо засунуть, три штучки. В Enrichment Chamber. Вот сюда вот надо засунуть. Вот. Наконец-то я скрафтил. Я, слушай, я вот эту вот штуковину вообще не хотел крафтить, кстати. Наконец-то я скрафтил солнечную эту фигню.
Ура! Так. Вот. Какая штуковина у меня опасная построена. Не опасная, это интересная. Так, значит. Ага. Забираем эти штуковины. И ложим эти штуковины в эту сторону. Ага. И он делает нам вот эту вот штуковину. Пошли, мне надо зарядиться мне. Так, давай посмотрим в этот самый сейчас. Прежде чем этот самый запускать, шайтан машину эту опасную. Мне нужно цо... Нет, не цо было что-то. Мне нужно базальт. Пускай будет смут базальт. Все равно с какого строить, ребята. То есть все равно с чего строить тут. Вот, смут базальт. Значит, ставим сюда что? Ставим сюда газовые, эту вот штуковину, трубу. Ну, ладно, давай поставим сюда газовую трубу. Пускай типа газовая труба идет. Ой, не газовая. Это газовая ведь? Да, газовая. Все правильно. Ага. Вот. И делается полоний. Во, делается полоний у нас. Замечательно. Тут ему даже не надо этот самый, как его называется, этот. Я забыл, как его называется-то. Этот. Блин, как это звать-то? Энергия, вот. Фу, я уже совсем заигрался, ребята. Ему полоний делается. А с полонием мы что делаем? Полоний. Опять в эту вот чембер надо, в этот. Значит. Боже, а как мне надо его делать? А, ему тоже водичка нужна ведь, правильно? Да, вот сюда вот еще водичка плюс. А как мне воду подать? Вот так вот. Да ладно, пускай так стоит вода. Ага. И сюда надо сульфат засунуть. Сейчас, минутку. Сульфат. Как его звать-то? Не сульфат. А этот. Флюорид. Я уже вообще, ребята. Флюорид надо засунуть. Значит, сюда флюорид засовываем. И сюда флюорид засовываем. И подаем энергию. Короче, да пофиг, откуда энергию подавать, ребята. Вот. Все. Подожди, а что сюда выходит-то? А! Сюда радиоактивная штуковина выходит, да? Ага. Плутоний получается у нас тут. Тут у нас плутоний получается, допустим. Да ладно. А здесь у нас полоний. Ага, полоний. Значит, тут надо поставить ему... скорость 8 сюда засуем. Это сюда суем. И вот это суем сюда. И получаем чего?
Полония, еще кусочка. Полония. Смотрите, где это газы? Газы, которые будут выводиться у нас. Блин, газы. Блин, а как мне это вывести, эти тупые газы? Давайте, может быть, вот так. Ага, вот так вот. Ага. Конечно, не получится так вывести. Так, это... Хорошо, что я не присоединил вот к этому. Тебе надо очень аккуратно ломать. Короче, давай поставим новую. Новую этот бочку. И пофиг, короче. Просто ставим бочку новую. Вот сюда вот. Вот. И пофиг. Вообще. Так, у нас получается полоний. Полоний. Ага, пожалуйста. А что с полонием можно делать-то? С полонием можно делать... Опа-на! Зарядную катушечку эту. Ох ты ж, ёпарас, это можно драйвер делать. С полония. С полония можно делать Fluid Reactor Frame. Ага. С полония можно делать... Ух ты ж! Бабахалку делать. Ну, это я, ладно, не буду делать. Пожалуйста, а что-нибудь полезное есть тут такое? О, броня мека. Ага, броню можно делать. Так, это хорошо. Оружие, броня. Ага. Подожди. Подожди, а это с... Пожалуйста, а не говори, что это с плутония. Подожди. Подожди. Мне же кровать поставить. Подожди, не говори, что... Кто? Фу ты! Морозота! Слушай, это морозота меня напугала очень сильно. Я так спугался, я думаю, реактор бабахнул. И меня уже дамажит. Правда, он выключен у меня. Но, ладно. Я не знаю, что. Подожди, тогда что мне надо делать-то? Подожди, плутоний. Подожди. Подожди, это полоний. Подожди. У. Подожди, полоний. Супер катушка. Катушка, которая... Окей, заряжается. Это вот. Антиматерия. Тут нужна плутониум. Подожди, плутоний. А я могу плутоний в жидкостную делать? Плутоний. То есть жидкий плутоний. Полоний. Подожди. А мне нужно... Да я антиматерии... Что мне нужно? Полониум. А, мне нужен полоний. А, мне вот это вот нужно. Блин, мне нужно полоний. И много полония нужно будет. А не плутония. Блин. Подожди, а полония ведь нельзя жидкого сделать, правильно? Подожди. Подожди, подожди, минуточку. Я хочу кое-что посмотреть. Ведь нельзя полоний превратить в... С этого самого.
полоний с твердого в жидкий превратить. Опять полоний. Подожди, где эта штуковина, которую я крафтил? Превращал с предмета... ротейшн... ротейтеры... Это, минутку. Сейчас. Рот... Вот это вот. Давайте просмотрим. Ведь я не могу ведь ничего, это самое, ничего сделать ведь, правильно? Я ведь не смогу сделать... полоний. Да, я полоний не могу превратить, да? В жидкий полоний я не могу превратить его. То есть я его в ликвид не могу превратить обратно. Ага. Полоний. Полоний нужно для этого самого, штуковины вот этой вот. Ага. Антиматерия получается. Это получается жидкая антиматерия, которую мы можем сделать в антиматерию, перл антиматерию. А вот антиматерию мы можем превратить. Подожди, а почему я тогда не могу превратить? Паша, почему я тогда не могу превратить перл в этот самый, в жидкую? Обратно, с твердой в жидкую превратить. Полоний. Пожалуйста, это из чего делается? Ух ты ж. Серьезно, тут нужно ураниум штуковина, илоиум кейк плюс... Ух ты ж. Не. Все, я не буду это крафтить. Даже... Все, выключаю, даже не буду смотреть. Очень странно, ребята. Так. Очень странно, ребята. Ладно. Короче, давайте на этом закончим, потому что мы довольно много чего сделали. Пока там Эдгар развлекался, мы с вами довольно много чего скрафтили. Пока он типа пошел спать. В общем-то, ладно. В общем-то, всем, ребята, пока. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы стримы не пропускать. В общем-то, всем пока.